В Екатеринбурге набирает обороты движения по борьбе с пробками на дорогах. Стоп-хам. По мнению активистов, пробки возникают из-за неправильно припаркованных автомобилей. У стоп-хамовцев свои способы борьбы. Разматывай. Давай. По мнению ребят, публичный позор – лучший способ объяснить человеку, что его машина мешает другим водителям или пешеходам. Прежде чем наклеить, активисты просят водителя переставить машину. Некоторые соглашаются, а некоторые нет. Спорные вопросы разрешает полиция.